На фестивале Detective Fest наши работы конкурировали с фильмами и телепрограммами двух десятков стран – Бельгии, Ирана, Нидерландов, Испании, США и других. Наши работы были представлены две темы недели – большой сюжет из колонии, поселения в Таргитуй, про то, как там люди живут, устраиваются, про быт. И вторая работа – фильм «Звезда Алдара». Уже в другой номинации, в разных номинациях были. На общем фоне работы выглядели очень даже хорошо. Соперники как бы были солидные. Студия Роскосмоса, вот в нашей номинации «Звезда Алдара». «Детектив Фест» прошел на нескольких столичных площадках. Открытие проходило в Доме кино. Посмотреть игровые, документальные фильмы можно было в кинотеатрах «Художественный» и «Моссовета». Среди номинаций выделялись «Терроризм, угроза миру», «Грязные деньги», «Мир без наркотиков», «Преступление и наказание». Самыми интересными номинациями были «Герой» и «Антигерой». За лучшее воплощение образа положительного героя и отрицательного на церемонии были награждены Маковецкий, Маховиков, Плотников, это уже из телесериала, ну и многие режиссеры и продюсеры. Яркие люди вот были с Новой Зеландии, представляли работу, большой фильм «Козлы отпущения». Дипломы международного фестиваля «Detective Fest» мы добавим в общую копилку наград телекомпании «Альтес». Ирина Трофимова, Сергей Миртов. Время новостей.